Сегодня покажем классный домашний рецепт с нашей новинкой – фарш с тунцом и креветкой. Начинаем с соуса бешамель, сливочное масло, мука, молоко, соль, перец, мускатный орех и изюминка рецепта – сливочный сыр. Обязательно активно работаем венчиком. Приступаем к лепке фрикаделек. Фарш, зеленый лук и яйцо. Ничего лишнего. Формируем вот такие вот красивые фрикадельки, которые будем обжаривать на оливковом масле 5-7 минут. В конце обжарки добавляем соус. Конечно же, предварительно отвариваем картофель и делаем из него классическое пюре. Нарезаем петрушку для подачи, и наши домашние фрикадельки готовы. Приятного аппетита!